Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о универсальном средстве, которое справляется с множеством проблем. Это маслянистый спрей ВД-40. Раньше он был доступен только в промышленной сфере, а сейчас продается практически в каждом супермаркете. Средство от пятен. С легкостью убирает пятна с ковров. Распыли небольшое количество средства на загрязнение и через минуту протри чистой тканевой салфеткой. Подходит для любых ворсистых текстур. Отгоняет насекомых и птиц. Если тебе не нравится, что голуби и прочие птицы вечно садятся в определенных местах на твоей территории или вовсе поселились у тебя, то побрызгай место их обитания ВД-шкой. Птицам не нравится этот запах, и они больше не будут надоедать. Чтобы осы не поселились на чердаке, обрызгай там все укромные места этим спреем. Таким образом, ты защитишь себя от возможного нашествия. Также, если ты удалил осиное гнездо, то обязательно нанеси на это место указанное средства, чтобы насекомые не вернулись, а еще спрей легко справляется с тараканами и пауками. Пропитка для обуви. Нанеси на обувь ВД-40, дай пару минут впитаться, излишки промокни салфеткой. Таким образом, твоя обувь станет водонепроницаемой, что очень полезно в зимнее время, когда дороги посыпают солью, но такой способ не подойдет для замшевой и текстильной обуви. Удаление следов клея. Если тебе нужно убрать с поверхности этикетку, наклейку или остатки клея, нанеси на нужное место ВД-шку, протри губкой и чистота. Этот спрей легко растворяет и практически без следа удаляет даже очень сильные клеевые составы. Антифриз. Ты не можешь повлиять на погоду и отменить зимние холода, зато тебе точно по силам нанести слой ВД-40 на внешнюю поверхность стекол. Твои окна всегда будут чистыми и не будут замерзать. Очищение сантехники. На полках хозяйственных магазинов стоят целые ряды различных средств для удаления известкового налета и других отложений. Просто побрызгай ВД-40 на стенки унитаза, душевой кабинки или на кафель. Протри поверхности тканевой салфеткой, и налет еще долго не будет образовываться. Восстановление ножниц. Со временем на резьбе ножниц может появиться ржавчина или скапливается грязь, из-за чего они плохо режут. Нанеси средство на режущую поверхность, и ножницы будут резать как новенькие. Очищение стен. Незаменимая вещь для тех, у кого дома есть маленькие дети, ведь они так любят разрисовывать стены. В этом случае спрей ВД-40 приходит на помощь. Распыли его на испорченную стену и протри сухой тряпкой. Но имей в виду, что средство может оставлять жирные пятна, поэтому подходит только для глянцевых поверхностей. Снять кольцо. Наши тела имеют способность увеличиваться и уменьшаться, причем чаще делают именно первое. Если в один прекрасный момент ты обнаружил, что привычное кольцо уже никак не хочет слезать с твоего пальца, то воспользуйся этим волшебным средством. Пару капель для смазки, и кольцо легко соскользнет без всяких заметных усилий и боли. Удаление жевательной резинки. Такая ситуация бывает не слишком часто, но в случае возникновения превращается в настоящий кошмар. Хорошо прилипшую жвачку отодрать сложно. Просто нанеси на волосы ВД-40. Разумеется, при этом необходимо беречь глаза и органы дыхания. Спустя некоторое время посторонний предмет можно легко вычесать с помощью щетки или расчески. Такое вот чудесное средство. А самое приятное, что стоит спрей ВД-40 очень дешево, зато насколько он многофункционален и как хорошо решает множество бытовых проблем. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.